Ой-ой-ой-ой-ой, бля! Один призрак, блядь. Вообще не видно было. Блядь, а чё там выжил вообще? Тут еще один. Угу. И трое там, имею в виду. У меня пиздец. Бля, возрождение это все. Покине. Туда. Меня в доме. Под забором. Всем привет, ребят. В этом ролике я покажу вам геймплей с, пожалуй, лучшим комплектом второго сезона Warzone 2, куда входит ИСа болиголов и, как вы, наверное, догадались, полуавтоматический дробовик КВ Залп, который просто не оставляет шансов на ближней дистанции и является по-настоящему имбалансным оружием, которое определенно нужно нерфить. Лучшие сборки на эти пушки вы обязательно увидите в конце ролика. Далее будет геймплей. Если видео вам понравится, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень помогает в продвижении. А также залетайте в наш Discord, Telegram и группу ВК. Там вы найдете актуальные сборки на оружие и свежие игровые новости. Все ссылки есть в описании. Желаю приятного просмотра. Играть все, вот она, мини-рояль. А это кто ее сейчас играет? Так, смотри. Нами есть рояль. На мне кого? Вот эту хуйню дернет. Так, идем. Руби. Одновременно, что ли? И вот этот. А, да, нихера. И еще тут должен быть. А, и да. Вот а, походу их в определенном порядке надо нажимать. А, вон еще один есть на стене вот здесь. Покажи. Бля, надо разобраться. Я хочу разобраться. Чего? Я сам выпилился благополучно. Все, открыли. Я открыл, я не знаю, как это было, но я открыл. Ой, ЖК, блин. Да нет, наверное, я ловил лоханулся. Тебя встретили? Тебя пушат, Виталь. Откуда? Бля, я не хотел туда падать. Вы раскрыли, как вы ее открыли? Нет, так и не понял. Да, я открыл. Не, мы открыли, но не поняли, как. Пока не ясно. Вот крыса, блять. Он один? На один нокнутый. Кнопках запутался, блядь. Я на лодик сразу. Хороший. Ну, полетел. Перед нами где-то. Все, Виталий, у тебя? Кончил одно. Перед нами двойка здесь, как минимум. Бегу. Минимум двое. На тобой двое. Да ну не, прикрыть. Прикрываю. Вообще. Сейчас попаду вниз. Не волнуйся, все будет нормально. Подо мной. Под тобой, там падает. Ну. У меня в доме вот. Захожу. Я попробую. Двое ног. Я попробую. Один остался за домиком. Смотри на карту. На карту смотри. Не вижу. Вот за этим домом. Сзади по мне смотрит. Все. Хочу кемпер. Мало ага. Что понимаю. Ну там, покоцал маленько. У меня. Так. Убил кого-то. Ой-ой-ой. Ок. Есть. Добил. Еще один там. Доели? Пошли вон на тех типов, да.
Хорош. Все, на замок надо ебашиться. Да, да, идем. Точку дали, прям под меня. Захожу в дом. В доме есть у меня, похоже. Да, у меня в доме есть. Накоцал сильно? У меня в доме есть. Ладно, иду к вам. На мне, надо мной. Нет! Вот дропа. Убил. Ой, здесь кто-то стреляет. Я слышу. Виталий, я говорю, тут у меня люди. Я же уже много раз говорю. У меня тут дядя сидит. Они замышлялись, у них это... У них это кто, на, блядь? Трофи. Они с дробаком, этим с дробаком. Меня посветили. Один нож. И еще там, последний остался. Беру. А, так вот. Ты же говорил. Сзади, я сзади, думал, вниз ушел. Ой-ой-ой-ой, блядь. Один призрак, блядь. Вообще не видно было. Блядь, я чудом выжил вообще. Тут еще один. Угу. И трое там, имею в виду. У меня пиздец. Я ебал. А, я. Бля, возрождение это все. Покине. Туда. Меня в доме. Он напротив тебя под забором. Все, вроде разобрался. Тык закрыться, да он убил? Хорош. Есть патроны какие-нибудь? На что? ШВ? ШВ, например, да. А, 20 на 19 мне. Блять, хуёво. Надо идти собирать, я же тут убивал дохуя. Газик есть вроде. Там в руку люди могут быть, имею в виду. Вон там. Прям перед нами, да. Ой, ебать, их тут! 4 чувака в одной будке сидят, имею в виду. Ебать. Они сейчас прям попробую. Пиздец. Да. Это как в Японии, да. Сука. Ну ладно, настрой. Вот так выглядит сборка Наиса, которая хорошо подойдет к игре на острове Ашика. А вот так выглядит сборка на КВ Залп. В идеале здесь нужно ставить зажигательные боеприпасы, но к сожалению они у меня еще закрыты, и поэтому я выбрал ствол Стрелок, который повышает эффективную дистанцию и точность от бедра. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите новые видео.